Ладно, Рапич, мы его поставим вот здесь, главнокомандующий, согласен. Рапич, он интересный чел. Чел интерес на самом деле, да, то есть в плане, скажем, в каком плане интересный? Да он как бы делает то, что он делает, как бы кайфует от этого, и это кайф. То есть, да, человек достоин того, что имеет, скажем так. У него есть определенная уникальность, скажем так, у этого человека, да, уникальность, она есть, как бы, в отличие от большинства тех, кто стримит на Твиче в том случае, так сказать, на Твиче. Если бы я от Рапича, я могу не смотреть стримы, я Рапича могу стримы не смотреть, но о Рапиче слышать, понимаешь, как бы, да. Вот, потому что... Лавеку третий десяток, он переставляет карточки с глэками и смеется над словом «залупа». Ты запусти зябло, тебе по-быстрому попустит и пойдешь цок-цок-цок. Есть, понимаете, такие люди, которых можно не смотреть, но все о них знают. Вот, скажем, Рапич, да, вот. Он из таких же людей, вот, скажем так, да, вот. Как я тоже, у меня тоже весь... Меня многие, как стримеры, они знают, но все мои фразочки знают, и вот эти вот все видео, скажем так. Вот, поэтому вот такие люди, вот Рапича, я его никогда не смотрел, я о нем знаю. Я знаю его приколы,